Товарищи, господа, жертвуйте на искусство, кто сколько может. Кто сколько может, начинается от 100 рублей. Можно давать новыми 200 и 2000, новыми купюрами имеется в виду. Да. Не игнорируйте. Мы называемся кавер-группа «Панама». Да. Мы поем кавера, ну, значит, то есть песни, известные хиты. С чего начнем? А? Вот давай вечный хит вот этот. А, кстати, где твой инструмент? Мой инструмент всегда со мной. О! Там, где клен шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Опустел наш кофр. Ничего не подают. Надо репертуарчик менять. Давай тогда вот это, знаешь. Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду, нагонял беду. И сказал мне ты, и сказал мне ты. Я уже иду, я уже иду. Ветер дует. Ага, 6 метров в секунду нарисовался. Бери выше, 120 метров в секунду, не ветер, а ураган. Между прочим, называется сквозняк между братьями. Понятно, что ботинки-то разные, а? Покажи людям. Вылетелся. Просто дело в том, что на витринах в магазине ставят по одному. Но. Воруют люди. Я стоял, слушал вас, вот, и сделал вывод. Все нормально, вам баянчика не хватает. Не хватает баянчика. Вот оставляй баян свой и иди, откуда пришел. Туда, откуда я пришел, два раза не посылаю. Ну, понятно. И потом, не надо упускать свой исторический шанс. Между прочим, я единственный в мире автор игры самоучителя для баяна с оркестром. И у меня у одного есть произведение секстеты. Несколько секстетов есть. А это что такое секстет? Ты тоже не знаешь? Нет. Уже надо знать в вашем возрасте. Секстет – это сексуальная тетрадь. Я недавно тут был в Польше, мои европейские впечатления. Ах, как гульнули мы с Танюшкой в Польше, но грудь и Веры Павловны побольше. Знаешь что, секстет, у нас кавер-группа, кавер, понял? Я коверкать, это мое призвание, это моя специализация. Я не тоже песни коверкаю, я могу имена сковерковать так, чтобы... Тебя как зовут? Гурей. Брови на лысо побрей. Смотри, смотри, про него я, знаешь, еще это самое, называю. Жена Гурея Гурия, не женщина, а фурия. Я смотрю на твою голову, дома сковородка у вас не отдыхает. Не твое дело. Он про него лучше сочинить. Тебя как зовут? Митрофан. Митрофан. Фан метро, что ли? Про тебя сейчас экспромтик. На метро едет Митрофан, а за ним девок сарафан. Из глаз девчонок текут слезки, у каждой ведь по две полоски. Очень смешно. Так, мы серьезные песни поем. Все, давай, поехали. Серьезно, давай, народ серьезно. Пошел, ребята, народ деньги пошел. Деньги бросай, здравствуйте, давай, давай. Так, Светлана Лобода. Твои глаза. Не знаю. Твои глаза такие чистые, как небо, назад нельзя. Еще один раз прошепчу тебе, ты мой. Еще один лишь только раз твои глаза. Высоковато. Мои посмотрят и слезай. Слушай, ты чувак, массовик-затейник. У нас серьезное искусство. Да, высокий блондин в красном, желтом, каком тебя там ботинке. Не то вырвало, что хотел, да. Рот не успел закрыть. Все. Давайте еще, дайте шанс, да. Дайте шанс. Хорошо. Я вот предлагаю Егор Крид. Крид, да. Если ты меня не любишь. Поехали. Только не попробуй знаю. Что-нибудь. Не знаю. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Сковородкой приголубишь, я доской в ответ. Эмбент, так, она вернется.
она вернется, она вернется, она мне ночью заменяет солнце. Она вернется, она заплачет. Зря пригласил чужих я баб на дачу. Ну вот что с ним делать? Ну да, я исправлюсь. Вот спой еще раз. Есть вариант, есть приличный вариант. Она вернется, давай, она. Она вернется, она вернется. Здесь эта баба постоянно трется. Вот если бы не денежка, вот выгнали бы, дал бы сейчас. Ну бросают же, бросают. Бросают, что бросают? Бросают. Костюшкин, женщина, я не танцую. Песня серьезная. Только попробуй. Попробую. Женщина, не танцую, женщина, я не танцую. Хватит улыбаться, нормально с ориентацией. Женщина, не танцую, женщина, я не танцую. Мне кирпич упал на ногу, танцевать уже не могу. Зачем так коверкать? Мы взял и сковеркал, люди да сочиняли. Да что коверкать? Да меня авторы так и сковеркали эти тексты, как Киану Ривз «Матрицу». Давайте что-нибудь такое классическое, что нельзя ковернуть. Давай. Ладно, только попробуй. Старый клен, старый клен, старый клен стучит в окно. Задолбался стекла я вставлять уж в рамы. Не, вырвалось. Я молчу. Ребята, вот если есть скотч, заклею рот скотчем. Сейчас у меня вот это вырвется. Вам. Шучу. Старый клен, старый клен стучит в окно, приглашая нас с тобою на прогулку. Отчего так хорошо? Молодец, тихо только. Канонический текст поем. От того, что ты идешь по переулку. Отчего так хорошо? От того, что сегодня бенефис у братьев Пономаренко. Вот это правильная переделка. Правильная, вы знаете.